Гомель широко отметил свой день рождения. Второму по величине областному центру Беларуси исполнилось 875 лет. В театрализованном шоу представили основные вехи истории. А возле скульптурной композиции первому жителю города над Сожем торжественно погасили юбилейную марку. Гомель – один из древнейших городов страны. Дата его основания – 1142 год. А сегодня это город с развитой промышленностью, наукой, культурой, а также важный транспортный узел. Все гомельчане – это, безусловно, трудовые коллективы и просто наши жители, которые каждый в меру своих возможностей и способностей вносил вклад в то, что Гомель сегодня такой цветущий, бурно развивающийся город. Я хотел бы всем им сказать огромное спасибо и поздравить с этим юбилеем. В честь праздника город разделился на интерактивные зоны, музыкальную, спортивную и даже кулинарную.